добренько. Всем добренько. Так, шестой уровень. Пытаюсь еще звонить, это номер незнакомый. На 40 кончается. Че не могу понять, что это за номер? Че у меня еще какие-то незнакомые номера звонят? Зачем мне это надо? Если через Авито, так пишите через Авито, блин, там сообщение есть на Авито отправить. Зачем вы мне звоните, я не пойму. Написали сообщение, я отвечу, когда свободен будет. Нет, они звонят. У меня не записано, чтобы мне когда-то звонили с этого номера. 40 последнее. Ни разу не звонил. Зачем мне звонить-то тогда? Во всех сообщениях на Авито написано, пиши. Вот какой-то 40 есть, блядь. 59, 40. Что за 40? Ну, 28, нет, это другой 40. 59 тут, а тут 20. Что за номер, блядь, не понимаю. Пишите сообщение на вид. Нахера вы мне звоните, блядь? СМС-ку тогда хоть напишите. Вот, твою мать. Звонят мне и звонят. Ненавижу. Я вообще никогда не наберу незнакомые номера. Зачем мне брать этот незнакомый номер? Вдруг мне там опять, блядь, ебучий банк позвонит. Скажет, а вы не хотите ли взять кредит, блядь, по... Под 600 тысяч, блядь, под 600%. Успокойся. Да пошли вы нахер, блядь, со своим кредитом нахер. Нельзя тебе пить. Сука. Да как выпьешь, да как, блядь, звонят мне постоянно. То, блядь, когда медицинский... А вы бы не хотели, блядь, медицинский центр. Когда вас записать? Я говорю, вы чё, блядь, охуели там, когда записать? Я чё, согласие давал, что ли, блядь? Чё за маркетинг ебучий? Он мне, кстати, хотел не материться вообще. Хотел не материться. А так... Ну да позвонили, выбесили меня. Кто-то позвонил. Зачем мне звонить, блин? Если вы через Авито, вы пишите. Зачем мне звонить-то, блин? Это что такое? Да роботы вонючие, мать. Звонят мне. Зачем мне звонить? У меня все знакомые номера, они все записаны. Если номер знаком, я беру. Не знаком, нахера я его брать буду? Чтоб мне там кредиты предлагали. Под 600%, блин. Это да, я, видите, моя любовь к не любовь, вернее, к предзаказам сказала, сделала свое черное дело. Но зато купил электронику.